В предстоящие выходные дни сотрудниками госавтоинспекции будут проводиться массовые проверки участников дорожного движения на предмет выявления водителей в нетрезвом состоянии. К сожалению, значительное количество ДТП происходит на территории области именно по их вине. Значительное количество таких нарушителей задерживаются сотрудниками госавтоинспекции. Призываю водителей быть осторожными на дороге, ни в коем случае не употреблять алкоголь за рулем, и если вы стали свидетелем управления водителем в нетрезвом состоянии, проинформировать незамедлительно госавтоинспекцию о таких водителях, в том числе с использованием нашего телеграм-канала беспределу.нет36.